Здравствуйте, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Ольга, и вы на канале Хроники Домохозяйки. Сегодня хочу рассказать вам о том, как мы монтировали теплицу «Идеал». Монтировали вместе с мужем. Нас было только двое. И сегодня небольшой коротенький обзор монтажа теплицы 12×3,5 для Леонида Марковича. Теплицу мы заказали в прошлом году осенью и планировали поставить ранней весной. Но все вы знаете, что 24.02.22 в Украине началась война, и нам было не до теплицы. Поэтому поставить мы ее смогли только 12 мая. Что из себя представляет эта теплица и как мы ее ставили? Прежде всего, эта теплица пленочная, с двойной пленкой, то есть внутренняя пленка и наружная пленка, и торцевые из поликарбоната. Теплицу мы монтировали без фундамента. Первым этапом к вот этим дугам, значит, были присверлены специальные ножки. Дальше мы сделали каркас теплички. Второй этап – это монтаж торцевых. Монтируем торцевые. Вернее, муж монтирует, я мешаю. Одного листа поликарбоната 6 метров погонных. На 2 нам хватило. Главное – правильно раскроить. Третий этап – это пленка. Пятый этап – была установка засовов, петелек для того, чтобы закрывать и открывать теплицу. Монтировали, в принципе, мы с мужем ее за 3 дня, причем работали по полдня фактически. Установить ее, конечно, не составит особого труда. Есть видео, инструкция, но хотелось бы, чтобы была инструкция печатная по установке петелек, например, как, где, что они должны располагаться, потому что, конечно, ну, мне кажется, это было бы значительно проще, чем искать видео. Благодарим производителя, надеемся, что эта теплица послужит нам долго. И, конечно, желаем мира, процветания бизнесу. Ну, а нам собрать урожай в этом, посадить и собрать урожай в этой теплице, пользоваться ей долго, как заявлено производителем. Ну, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Хроники домохозяйки». Всем мира, любви, счастья и процветания.